Ульяновская область уже давно славится своими успехами в области ветеринарии. Каждый год в регион приезжают специалисты из разных городов России для изучения опыта ульяновских коллег. В этот раз Ульяновск посетила делегация из Липецка и Рязани. Гостей с гордостью принимал Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия. Поручение нашего федерального центра – изучить опыт работы Ульяновской области. Вообще это уже идет поручение. Почему сегодня мы сразу встречаем, они не по поручению приехали. Они уже приехали по доброй воле смотреть уже. А вот весь Приволжский федеральный округ, они уже выполняли поручение. Главная тема встречи – государственный мониторинг пищевых продуктов. Обсудить юридические вопросы, рассказать, как применить теорию на практике. Провести мониторинг пищевой продукции в социальной сфере – детские сады, дома престарелых, образовательные учреждения. В этих вопросах Ульяновская область может выступать учителем для приезжих специалистов. И зная, что в Ульяновской области этим уже занимаются 10 лет, а мы только стоим еще на начало, вот мы именно основная тема нашего визита заключается в том, чтобы подчеркнуть этот опыт и пройти его за более короткий период с положительным результатом. Процент выявления опасных продуктов питания на продовольственном рынке Ульяновской области уменьшился в разы. Именно этот опыт региона вызывает неподдельный интерес других областей по всей России. У нас так идет постоянная реформа ветеринарной службы, новые законодательства, новые подходы, новые эпизодические ситуации, очень серьезные в целом в России. И вот те ваши видения, ваши отношения к этой теме мы хотели бы тоже знать. Приехавшие специалисты смогли осмотреть оборудование, узнать о примененных методах, посетить лаборатории. Полученный опыт они будут активно внедрять и использовать в своих регионах. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.